Сегодня праздник церкви, а церковь Божья – это мы, учеников Иисуса ветви, зовемся Божьими детьми. Его полотнище над нами, Его знамена впереди, и Дух Святой с Его дарами всегда помогут на пути. Исполним вместе Божье дело. Мы здесь посланники небес, по вере двигаемся смело, ее дает Святой Отец. Из поколения в поколение служила церковь и росла, текла в молитвах прославление, по слову Богу весть несла. О том, кто даровал спасение и кровью заключил завет, Иисусу шлем мы поздравления, защита в нем, любовь и свет. Давайте будем Бога славить, Христу хвалу мы воздадим, а Он и дальше будет править, чтоб мир сегодня стал другим. Разрушить, чтоб оков греха оковы, для всех открыты в рай врата, чтоб душ спаслось побольше новых у ног воскресшего Христа. Тебе, Господь, Тебе вся слава, горит огонь Твоей любви, и только Ты для церкви главный, а наша жизнь в святой крови, и небеса так близко-близко, в Твоем присутствии живем, склоняемся в почтение низко, Тебе хвалу мы воздаем.